Всем добрый день. Мы сегодня с вами будем садить вот такие красавицы, тюльпаны. Видите? К 8 марта, чтобы они выросли у нас. По многочисленным просьбам я решила вам показать, как я садила. Я уже садила такие тюльпаны в том году. Они у меня выросли. Был букет к 8 марта. Вот. Сейчас буду вам показывать. Вот это все снимаем. Видите, какие корешки проросли. Я ставила 3 штучки с весны. Не с весны, а в июне я их оставила. Видите, они уже проросли. Сегодня у нас 21 декабря. Вот один. А то у нас берем другой. Все, забираем. Второй. И третий. Тут нечего убирать. Детка растет, видите? Детка. Такие оставляем такие большие, если мы хотим дома. К 8 марта. Делать сюрприз кому-нибудь. Подарить живые цветы. Также и на огороде садим большие, маленькие отдельно для развода. Я взяла вот такую баночку, бутылочку приспособления. Надрезала, как вы видите, здесь на каждой дырочке. Вот. Надрезы сделала, чтобы здесь у меня влезло 3 штучки. Видите, на дно мы будем посыпать. Я взяла вот такие штучки. Пенопласт. Пенопласт. На дно баночки будем посыпать пенопласт. Потом приготовила землю. Видите, опилки там, земля. Все перемешала. Будем усыпать сюда коробочку. Так, на дно. Сейчас польем. Чтобы водичка немножко пропитала земельку, стряхнем. Перемешиваем. Потом будем сюда ставить. Садить будем вот так. 3 штучки своей аппаратненько. Тюльпаны, цветы. Видите? И это сыпать песочком. Песочек немножко я намочила, чтобы был влажненький. Вот и вся посадка. Взяла кашпо. Сюда поставила. Вот наши тюльпанчики посадили. Как видите, будем наблюдать, поливать. И они будут у нас расти.
Я уже такое видео делала, если кто видел или не видел, заходите на мой канал, подписывайтесь и смотрите. Вы были на канале «Все своими руками» и до новых встреч. Если мое видео кому-то пригодилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Я всем благодарна. И до новых встреч. Приятного просмотра.